Всем подразделениям. У нас чрезвычайная ситуация в Grand Ocean Road. Соблюдайте осторожность. Нарушитель опознан. Это сбежавший заключенный 212. Мы столкнулись. Получил несколько повреждений. Трудно сказать, от чего больше захватывает дух — от мощности или внешнего вида. Новый Mercedes-Benz SLS AMG отличает характерный чистый дизайн, превосходная динамика, уровень безопасности и практичность — фирменные качества Mercedes-Benz. Переход на систему смазки с сухим картером позволяет разместить двигатель гораздо ниже обычного, в результате чего занижается центр тяжести и достигается высокое поперечное ускорение и искрометная динамика автомобиля. Силовым агрегатом выступает 6,3-литровый V8 производства AMG. Для передачи крутящего момента на заднюю ось используется исключительно легкий углеродный вал, аналогичный используемым в автомобилях C-класса DTM. У SLS AMG, который без натяжки можно назвать классикой завтрашнего дня,
прослеживается сходство с легендарными моделями Mercedes-Benz, у которых он унаследовал двери типа «крыло чайки». Длинная колесная база и капот в сочетании с широкой колеей и колесами большого диаметра создают с первого взгляда узнаваемые пропорции спортивного суперкара. Центральное всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Олдман Белли. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация. Угнанный Porsche 918 Spyder замечен на Boulder Road. Вероятно, нарушитель – известный стрит-рейсер. Задействуй перехватчика. Соблюдайте осторожность. Столкнулся! Дорога впереди перекрыта. Подозреваемый врезался в заграждение. Всем нашим.
все на захват. Оружейные системы отключены. Нарушитель использует подавитель. Нарушитель въехал в пустыню и двигается по бездорожью. Подтверждаю, дорогу перекроют в указанной позиции. Дорога перекрыта, берем его! Погоня завершена. Потеряли его. Нарушитель в туннеле. Ведем поиск.
всем машинам разрешаю использование ЭМИ. Повторяю, используйте ЭМИ. Обнаружен сигнал наведения ЭМИ. Рекомендуется... Со шипами не задержала цель. Нарушитель продолжает движение. Не хочет останавливаться. Машина все еще на ходу. Получил предупреждение. Нас глушат. Следите за целью.
Оригинальный Super Sports был выпущен ограниченным тиражом в 1930-х годах, был 3-литровым и был призван ставить рекорды скорости и производительности. Continental Super Sports, источающий чистую энергию и адреналин, великолепное воплощение отношения Bentley к высокой функциональности и стремления к новым горизонтам. Для создания мощнейшего и быстрейшего Bentley инженерам был нужен особый двигатель. Результатом напряженной работы стал многотопливный 6-литровый V12 с двойным наддувом, развивающий удивительные 800 ньютон-метров крутящего момента. Мотор не только необыкновенно мощный, он также способен работать на биотопливе. Эффект задымленной стали придает образу Super Sports законченность. Вентиляционные отверстия капота, решетка радиатора и фары очень выигрывают благодаря использованию напыления с помощью PVD-процесса, который обычно применяется при создании часов люксовых марок. Центральная, всем подразделениям. Запрошено подкрепление на East Gorge Freeway. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация.
Thank you.